Летний сезон не за горами. Аэропорты Кубани тоже ведут к нему подготовку. Так, из Краснодара теперь будет возможно полететь на греческий остров Корфу. Откроются внутренние направления в Омск, Якутск, Ижевск, Череповец или Казань. В эти же города, а также Архангельск, Белгород, Воронеж, Ханты-Мансийск и Новокузнецк самолеты будут летать и из международного аэропорта Сочи. В летний сезон он будет обслуживать 50 внутренних и международных рейсов. Аэропорт Анапы также летом ждет увеличения пассажиров. Напомним, сейчас там идет строительство второго терминала, что позволит принимать до 2,5 миллионов человек. Какие рейсы самолетов будут работать в воздушной гавани нашего города, рассказала официальный представитель компании «Базел Аэро». По сравнению с 2015 годом, это Калуга, Ставрополь, Оренбург, Архангельск, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Самара и Пенза. И, конечно же, такая карта полетов означает, что у пассажиров будет больше возможностей добраться в Анапу, и для курорта это только плюс.